Добрый день, друзья, с вами Едрина. Вот приболела моя красавица, и сейчас мы ее полечим. Сейчас я ей буду ставить пиявку. Единственное доступное у животных место – под хвостом. И пиявку мы будем ставить кошке под хвост. Как говаривал знаменитый профессор Захарьин, место для отвлекающей процедуры указано самой природой – окружность заднего прохода. Вот одно мгновение, и кошка получила свою пиявку. В общем, пиявка особо киску не беспокоит. Сейчас вот пиявка присосется. Вот. Очень хорошо присосалась, очень хорошо видно, как она куснула. Единственное недовольство – кошка машет хвостом. Ну вот видно, что кошка лежит совершенно спокойная. И пиявка ее никак не беспокоит. Сейчас я проверю, как там наша пиявочка сосет. Сосет очень хорошо, вот она увеличилась уже в размере почти вдвое. В общей сложности вся процедура заняла примерно 10 минут. В какой-то момент киска решила от пиявочки избавиться. Вот она ее стала убирать. Вот так вот сняли ее. Понюхали, облизали пиявочку. Такое впечатление, что кошка ее благодарит. Все, расстались. Вот, надеюсь, что моя кошечка быстренько поправится. Кровотечения у киски нет, поэтому процедуру через несколько дней можно будет повторить. Вот любители животных даже не подозревают, что можно лечить их таким простым, абсолютно натуральным, природным способом. Друзья, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы и спасибо за внимание!